Меланхолия и грусть от расставания с любимым в этой песне почувствует любой, несмотря на то, что поют на иностранном языке. Все это благодаря пронзительному исполнению грузинской певицы Этери Бериашвили. Именно ее сольным джазовым концертом завершился международный фестиваль «Перекресток» в Барнауле, которую Этери, как выяснилось, давно хотела посетить. Я давно мечтала, например, выступить в Барнауле, потому что я знаю очень много талантливых ребят, молодых, которых я оценивала как члена жюри разных конкурсов. И мне всегда казалось, всегда очень хотелось попасть в город-кузницу таких талантливых кадров. Этери аккомпанировала барнаульская группа «Джаз Комфорт Бэнд». Подготовка к программе шла удаленно. Было все, как говорится, заочно. По интернету материал, записи изучали, репетировали. Группы, конечно, собирались, репетировали. С Этери мы встретились только сегодня перед концертом. Была двухчасовая репетиция. Когда мы встретились на первой репетиции, у меня было ощущение, что мы несколько концертов уже отработали и просто дочищаем какие-то нюансы. Это джаз. Джаз дает такую возможность, мы даже некоторые композиции, которые сегодня прозвучат, мы даже ни разу не репетировали. В первом отделении концерта исполнение было в основном на грузинском, но восприятию это не мешало, все слушали вовлеченно. Из всей программы особенно выделилась веселая композиция «Арбуз» из одноименного советского мультика. Концерт прошел при полном аншлаге, и, в принципе, джазовый фестиваль полностью оправдал себя, говорят организаторы. Последних, правда, не на камеру, благодарили зрители. По их словам, музыкальные мероприятия мирового уровня для Барнаула – большая удача. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.